Всем-всем доброго вечера. Разговор у нас про Милусика. Куда побежала? Деловая. К жениху мы съездили. Милусь, съездили к жениху. К тому же самому, который у Вигуськи был. Красавец. Лялькин папа. Так что она у нас невеста. Нужно будет еще раз съездить. Естественно. Ай, с этой вот красоточкой вот такой. Ну, и что-то как ты думаешь, получилось у нас что-то или нет? Миланя, как ты думаешь? Такая вот скромная девочка у нас. Да, такая вся сама скромность. Бойся со своим мячиком пипикающим, да? Ну. Все, я обнюхиваю, запахи-то новые. Новые запахи, да, милочки? А ты что рычишь, что ты ругаешься? Что ты ругаешься, чиха-ворчуха? Тебя достали все? Так что будем ждать, что у нас получилось. Да, малышки? Это Шихунь, ты что такой строгий, а? Еще понять не могу с тобой. Суровый такой парень прямо. А это вся сама неженка. Хватит ругаться. У нас дома не ругаются. Не ругаются. Да. Ну, так что через пару-тройку дней поедем еще раз. Один как минимум. А возможно и два еще съездим, да? Как тебе жених? Поделитесь своими впечатлениями о женихе. Милосик, как оно тебе? Ай, скромняшка такая. Это она у нас первый раз замуж ходила. Вигуся тоже замужем была, да? И Вигуся тоже скоро. То есть Вигуську тоже можно уже вести замуж и давать. Год прошел, она отдохнула. У Ляльки скоро день рождения, годик. Вот. В общем, все в событиях. О, конечно, погнали кошку. Кошку-кукошку, да? Бось, идем мячик кину. Вот такие у нас новости. Милуся сходила замуж. Так, ну, тебя догнать еще должна, да? Ну, всем желаем хорошего вечера, прекрасного настроения и всего самого-самого замечательного.